меня сейчас камера стоит, вернее, у меня сейчас телефон стоит на честном слове, поэтому я надеюсь, что я досниму этот ролик наконец-таки. Короче, у меня была такая ситуация. Я даже не знаю, стоит ли об этом говорить, но я даже после этого не считаю, что мужики все козлы. И вот женщинам, в частности, хочу сказать, когда у вас с мужчиной происходит какое-либо недопонимание, с каким-либо, неважно, то не нужно это недопонимание перекладывать на всех остальных мужиков, во-первых, потому что виноват только этот, и то вообще виноват ли, тоже нужно разобраться. У нас у женщин просто такое какое-то стереотипное мышление часто, и если мы видим, что подружка, знакомая живет счастливо, богато, и все у нее зашибись, тут типа я должна делать то же самое. На самом деле нет. Девушки, я вам открою. Вы живете только так, как вы того заслуживаете на данный момент. Именно на данный момент вашего жизненного этапа. На данный момент вашего внутреннего состояния. Короче, если вы говно внутри, то говно вы и притягиваете. И какая бы у него оболочка красивая изначально ни была, то, ну, это ничего не значит, говно как бы, оно и так говно. Просто есть такое мнение, как бы, да, что почему вот остальным везет, они живут счастливо, у них такие хорошие там парни, отношения, а вот нам таким вот, блин, хорошим и не везет. Как бы стоит задуматься, может, не настолько хорошие. Я лично убеждена, что каждый заслуживает того, чего он заслуживает. Того, чего даже он желает именно вот внутри, в подкорке где-то. Он желает этого, но не хочет признаться в этом, да. И всем остальным говорит, что я хочу вот это, а не вот это. А на самом деле притягивает вот это, потому что у тебя вот на данный момент это все внутри находится. И ты к этому вот, к другому чему-то, ты пока еще не готова или не готов. Когда ты здесь вот в своей голове, душе поменяешь что-либо, да, то, что будет соответствовать вот этому другому, да, тогда это другое к тебе и придет. И здесь, знаете, можно философствовать долго и нудно и говорить о том, что кто-то виноват или мы виноваты. Никто не виноват. Просто ты сам, просто ты сам выбираешь то, что тебе нужно. И если ты сейчас выбрал на данный момент вот это, в чем ты разочаровался, то ты за это несешь ответственность. Лишь только ты это выбрал, не кто-то другой тебе подсунул, не кто-то другой виноват в этом, не сама судьба, как некоторые пытаются объяснить это, да, не суждено тебе это, нет. Это урок жизненный, да, но на самом деле ты просто это притягиваешь, потому что вот ты сам состоишь на данный момент из этого всего. Вот говно мужчина тебе попался, значит, в тебе на данный момент говно, от которого ты не хочешь избавляться. Я лично, знаете, зарубила себе на носу, что хотеть больше, чем ты вообще в состоянии вывести, невозможно. Просто даже не нужно пытаться, потому что когда ты хочешь больше, чем тебе дано даже, да, чем ты можешь, короче, вывести это все, да, то за этим следуют какие-то всегда вот плачевные поступки, решения, всегда все плачевно заканчивается. Не стоит, не нужно.
Знаете, еще про замужество хочу сказать. Я почему-то все больше и больше понимаю мужчин, почему они не хотят жениться. Потому что вижу женщин, которые рьяно этого хотят и достигают этого различными способами, причем необдуманно, потом живут несчастливо, потом горе и печаль, и потом, как же Маньке тут вот повезло, блин, козлихе, а мне вот, блин, не повезло. Ну, Манька с умом это все сделала, а ты, как обычно, просто вот с первым попавшимся, ну, главное, что машина есть, главное, что там, ну, как бы, чувак состоятельный. И, блин, вот, девушки, я хочу просто сказать, запомните такую мысль: чем больше денег у мужика, тем меньше вы ему нужны. Почему? Объясню. Потому что таких, как вы, у него вообще может быть 1000. Во-вторых, потому что вы будете зависеть от него напрямую. А я уже как-то вела стрим в Инстаграме и говорила о том, что чем больше мы зависим от мужчины, тем больше мы теряем себя как личность. И я впредь решила, что... У меня просто было такое. И это моя лишь только вина, это был мой выбор. Мужчина был не виноват в этом. Но, тем не менее, я зарубила себе на носу и вот здесь вот себе написала красным по белому, да, что такого в моей жизни больше не повторится. Я не хочу сидеть дома, какая бы работа у меня ни была, пусть я даже буду мыть полы, я лучше буду мыть полы, вот. Я не буду сидеть дома, я буду работать и получать свои копейки, но это мои копейки, и когда в очередной раз я расстанусь с очередным каким-то, да, у меня будет какая-то хотя бы финансовая подоплека, да, и это очень важно. Это очень важно иметь свои какие-то увлечения и занятия, и тупо вот погрязать в жизни своего мужчины не нужно, потому что его жизнь — это его жизнь, его увлечение — это его увлечение. Вы можете поддерживать его, это обязательно, так же, как мужчина поддерживает женщину, это круто. Но погрязать вот и тонуть в друг друге не стоит, потому что, блин, ну за этим следует разряжение батареек, что у женщины, что у мужчины. И, соответственно, теряется интерес. Вы уже не чувствуете той страсти какой-то. У вас нет уже того интереса. Вы просто опустошены. Вы хотите чего-то нового, новых ощущений. Но где их искать? Соответственно, поэтому люди ходят налево. Поэтому люди приходят на работу и орут на всех остальных прям с утра, с порога. Поэтому люди злые, недовольные, поэтому суицид и все остальное. По поводу содержанок хочу сказать. Сейчас эта тема очень как-то так жива. И... Знаете, мужчины, которые вот выбирают таких женщин, опять же, вы их выбираете сами, так зачем потом сетовать вообще на кого-либо, на ту же даже женщину, которую вы выбрали, которая содержанкой хотела быть, и бла-бла-бла, и такая коза, работать не хотела, и все остальное. Ну, вы выбрали такую, блин, и вы уже ее не переубедите, пока либо она сама не дойдет до того, что ей это не нужно, это не ее способ жизни, либо пока вы в себе что-то не перемените внутри, да, и в голове, чтобы притягивать нормальных женщин. То же самое женщины.
как бы, если мужик работать не хочет, вам попадается такой, который кутит, гуляет, там, я не знаю, бухает, ничего не хочет, ни к чему не стремится, но опять же вы притянули его, потому что вы, значит, отчасти такая же, как и он, но вы уже где-то переступили какой-то барьер и хотите чего-то нового, но вы еще на грани, да, вот этих двух миров, да, вашей прошлой жизни, так сказать, и вашей будущей, которую вы хотите. А он нет, он не стоит на вот этом вот перепутье, он остался там. И получается, вы его перерастаете чуть, да, и когда вы ему начинаете вот мозг выносить по поводу того, что ах, ты такой козел, ты ничего не хочешь делать и все остальное, он не понимает, что происходит. Потому что у вас же были, ну, общие интересы, они же вас вместе связали. И как можно теперь его за это как бы игнобить же? Просто меняйте человека и все, меняйте жизнь свою. Вот вы хотите чего-то лучшего, большего. Поймите, что с этим человеком у вас не будет этого. Если, конечно, он соглашается, да, расти вместе с вами, он вас поддерживает, он тоже стремится вперед, он бросает старые привычки какие-то, отказывается от чего-то, дабы что-то достичь вместе с вами, расти вместе с вами. Это круто, не нужно никого бросать. Все, живите и радуйтесь жизни, да. С вами рядом хороший человек, который с вами пойдет куда угодно. Ну, пока. Если же человек не хочет ничего, не хочет с вами никуда идти, он не понимает даже, что вы ему говорите, это не тот человек. Меняйте человека. Не ищите другого. Вы пока вот бросайте этого и просто занимайтесь саморазвитием, занимайтесь собой. По ходу дела найдется другой человек, который оценит это все, который будет на волне с вами, который будет поддерживать вас и также будет согласен идти с вами вместе. А вот эти все, понимаете, найти мужика, изменить его, либо вот у меня вот это вот есть что-то нерадивое такое, вот сидит тут в трусах, блин, перед телевизором. Ой. А как бы ему так вот это вот вынести мозг, чтобы мы на Сейшелы съездили? Ну, как бы вот, ну вы реально, ну вот серьезно. Не бывает хорошей жизни там, где ее не было прежде. Короче, я так понимаю, видео будет безразмерное. И чтобы, знаете, уже прям вот, ну, не затягивать конкретно, мы еще с вами увидимся, поговорим. Я не знаю, когда я все-таки вот это вот все смонтирую, потому что времени вообще ни на что не хватает. Иногда даже хочется, понимаете, вот прийти с работы и просто так вот. И все. Как бы, я уже ничего не хочу. И пусть весь мир подождет. Но я буду стараться, потому что я расслабилась, я понимаю это. Я погрузилась вот в эту вот социальную пучину. И немножко меня это как-то, знаете, гнетет. Я хочу больше тратить времени на самообразование, чем я занималась раньше, чем на всякую вот фигню ненужную. Чего и всем советую. Хватит растворяться в друг друге, хватит ныть, хватит убиваться. Хватит искать вообще себя в ком-либо. Нужно просто кайфовать, жить. И как бы все. Что не ясно.